Азиз, ты нашел бабушкин чайник? Да, мам, нашел. Ассаламу алейкум. Слушаюсь и повинуюсь, оке? Оке? Джин обычно в сказках господин говорят. Я узбекский джин. А ты не видел, откуда я вылез? Из этого чайника было выпито более 1 000 000 пиалушек крепчайшего черного чая. Итак, мой брат, у тебя 3 желания. Отлично! Но при условии, что ты имеешь при себе копию паспорта, ИНН и пенсионной книжки, а также 2 фотографии 3×4, справку с места жительства, справку с места работы, военный билет и медицинскую карточку. Но помимо этого, необходимо заплатить первоначальный взнос в размере 2 минимальных окладов и на всякий случай оставить квартиру под залог. Сможешь все это сделать? Конечно, нет. Тогда, Узур, у тебя есть 1 минута и всего лишь 1 желание. Блин, ну ладно, я хочу. Но, имей в виду, я узбекский джин. Хочу 1 000 000 долларов. Только если на карточку и, естественно, по госкурсу. Нет, тогда лучше коптиву. Без шапки нельзя. Что, совсем нельзя? Разве что Матис. Нет, лучше пешком. Тогда я хочу в Европу. А шенгенская виза есть? Нет. Нет. Тогда хочу поступить в институт. Ты чё, дурак? За эти деньги можно 5 спарков купить и в аренду сдавать. Я хочу, чтобы Селена Гомес стала моей женой. Думаю, что твоя мама и тетя не одобрят твой выбор. Может, стоит попытаться? А ты уверен, что она будет в 5 утра подметать твою махалю? Точно. Тогда я хочу быть знаменитостью. Сделай из меня киноактера. А что скажут соседи? Сын Хусанаке стал артистом. Черт, совсем забыл про них. Время истекает. Тогда хочу ташкентскую прописку. Все-таки ты... Ну хорошо, хорошо, я понял. Пусть тогда узбекская эстрада начнет петь без фонограммы. 2 человека — это не эстрада. Ну пусть хотя бы УМОН перестанет петь. Ты реально считаешь это пением? Чтобы сборная Узбекистана попала на чемпионат мира по футболу. Я джин, а не всемогущий бог. Хочу, чтобы девушки Ташкента укладывали свои селфи без фильтров. Поверь мне, твое сердце... не выдержит такое. Хочу ровные дороги. Ты совсем охренел? Пусть хотя бы студенты Веста используют меньше английских слов. No, it's impossible. Твое время истекло. Goodbye, парнишка. Пусть тогда сообщения от МЧС перестанут приходить. Нет, потому что по горным районам Республики Узбекистан лавина опасна. Боб-то, окей? Джин, ты можешь хотя бы деньги с карточки обналичить? 20%.